нашего мира, отчетами такой профессор Балаган, молдавский, партнерский на Дортмунде в 2003 году. Она сыграла Е4, открыл партию, ход в Е4, С6, как ее называется? Защита каракан, да, у нас пару раз уже был такой ход, но вот еще раз мы с ним столкнулись. D4, D5. Одна из идей каракана в том, что, вот, скажем, если так, другой такой был порядок, E6 и D5. Это была французская защита, а ее недостаток в том, что слон здесь довольно пассивно стоит. Его трудно вести в игру. А вот защита каракан, такая разница, вместо пешки на E6, пешка стоит на исходном поле, а черная пешка C6 продвинулась. И здесь слону открыта дорога. Так что вот в этом одна из идей защиты каракан. Здесь черный побег на E4. Кольцо 3, конечно. Черный побег на E4. Конь d4. Конь d7. Мы когда-то с вами обсуждали, что хочется вывести коня на f6, но сразу мало желающих, потому что размениваются кони, и просто черные без вроде пешки, ничего, так сказать, заказывать этого нет. Поэтому нет смысла сразу вывести коня на f6. Начнем черный играть конь d7, который выпустит коня на f6. Теперь последовал конь g5. Конь g5, да, это ход такой, где намекает на атаку на королевском флаге. Пункты 7, солнце 4, могут быть неприятности. Ну, черный теперь развивается, конечно, конь g6. Белый сыграет слон d3, выводит слона, слон d3, нет, e6. Черный выводит второго коня, конь 1 на f3. Там на f3 он два коня пойти, но нет, конечно, это конь f3. 1 f3. Черный тоже развивается, слон d6. Белый выводит ферзя, ферзь e2. Черный прогоняет коня h6. То есть некоторые h7, h6. То есть там конь постоял, некоторые там и не создавал, а теперь ему приходится отступать. Но зато белый развеет фигуры за это время, поэтому у них есть возможность пойти коню на e4. Конь e4, разменяет на e4. Белый взяли ферзю, нет ферзю. И здесь рекровать нельзя из-за мата. Черный сыграли ферзь c7. Белый рекровались. Но это пока все известная позиция. Черный сыграли b6. Ну, здесь почти как в французской защите. Слон пассивно себя чувствует, поэтому он пытается выйти, а то он стоит там со стеной собственной фигуры. b6. Белый сыграет ферзь g4. ферзь g4. Теперь серьезные неприятности. Если пешка на g7, а если рокировать, то можно побить на h6. То есть нельзя не делать рокировку, а грозить ферзь g7. Вот. Но этот ход вот в этой партии как раз белые опровергают. Хотя до этого, ну, возможно, что здесь был ход король f8, возможно, такой. Ну, король оставляется в центре, но рокировка как-то не очень хочется. Но кажется, что здесь хороший ход g5, черный сыграли g5. g7, g5. Некоторые ослабления, но ферзь на f4 стоит. Может быть, черный рассчитывает, что он там будет преследовать этого ферзя. И белые отступили ферзем на h3. Ну, может быть, ферзь h6 та же идея, это g5 напала, и ферзь h6, но он еще и на центр давит с поля h3. Черный сыграл ладья g8. Вот эта позиция, неоднократно встречалась на практике. И здесь грозит выиграть фигуру, потом h4, двойной удар на хозяина коня. Поэтому надо как-то реагировать. И играли конь d2, чтобы уйти от удара конь d2. Белый получает.
получают небольшой перевес, но чаще всего партия приходит мирного исхода. Здесь она приготовила новинку. Он взял друг и не испугался тоже Ж4, а сыграл на Ре1. Просто фактически жертву фигуры. Вот здесь вот посмотренный вариант, поскольку эта позиция у меня стоит здесь на диаграмме, то потом легко вернуться. Вот, а вариант такой. Черные не рискнули сыграть Ж4. А вот если бы они рискнули, то что бы тогда было? Ж4, ферзь бьет на 6, пешку. Жф, кажется, что вот черный выиграет фигуру, и что же делать? И вот здесь висящий удар загадывала нам, ладья бьет Е6 шаг, жертва ладьи. Ну, ладью надо бить, Е, теперь ферзь бьет Е6 шаг. Но, заметьте, у черных лишняя ладья и лишняя фигура. Но атака продолжается. Слон Е7. Нет, слон Д6 на Е7. Ферзь. Белые отыграли ладью, забрали на Ж8. Но пока у них все равно фигуры нет. Ферзь бьет Ж8 шаг. Теперь конь на Ф8 пошел. Теперь слон Ж6 шаг. Король Д7. Конь. Теперь слон Ф5 шаг. Король Е8. И здесь тихий ход. Слон H6. Слон H6. Нет, слон. Это стоит, остался на месте. Слон H6. Вот. И теперь, если, допустим, здесь разные варианты, то я оставлюсь на одном варианте. Допустим, слон бьет F5. Слон бьет F5. Нет. Слон бьет слон C8, бьет F5. Теперь смотрите, у черных только что белый отбирал ладью, но теперь у белых, смотрите, опять три фигуры против одной, то есть две фигуры за ладью. Но кажется, что все в порядке, они держат позицию. Но есть ход ладья Е1. Что теперь грозит? Грозит просто ферзь бьет F8 шаг. Надо уходить. Ферзь бьет F8 шаг грозит. И слон связан, поэтому теряете фигуры. Поэтому черные ушли король на D7. Тут не ушли, это все в реальности. Теперь жертвуется еще одна ладья. Ладья бьет E7 шаг. Король бьет E7. И ферзь E7 шаг. И все. Если король D6, то слон F4 шаг. Ферзь теряется. Если король D8, то берут коня на F8, и потом ладью на H8, черный остается. Да, они, если король Д8, они берут сюда, но они не 70, что она успевает прихватить, а потом еще ладью. Это вот такой вариант был бы, если бы приняли жертву фигуры. Поэтому расставим позицию на место. Ферзь бьет на H3. Ладья А1, Е1. Но такой длинный вариант, конечно. По-видимому, его, такой, конечно, ну, точно не могу сказать, но, наверное, она его приготовила к домашнему анализу. Ладья 1, я и солнце 1 на 3, конь на F3, конь белый на F3, белый конь на F3, белый все, черные. Ладья на А8, Ж8, на А8 стоит, ладья Ж8, слон С8, Д6, слон Д6, да. Нет, Д6, конь на Д7, конь на Д7, и пешка Е6, Е7,
Хорошо, теперь здесь пешная вода. Ну, они просто отступили сюда.
Но король теперь застрял в центре, потому что ему уже некуда, он уже не убежит на фельдовых лагах. Последовал ладья Шоусен. Ну, ладья Шоусен. Ну, чтобы на Ржевском этаже мы напасть ладью на фельдя, поэтому пока время есть, еще пешки не отдается. Веды сами побили даже 5, Ржев. И теперь сыграли фельдя 4. То есть несколько маневров фельдя, таких незаметных, а позиция все улучшается и улучшается. Здесь висит опять пешка. Черные сыграли c5, туда по центру. Ну, это так всегда бывает, когда белые на одном фланге игру проводят, а черные пытаются, значит, на другом фланге. Блокада, кстати, на счастье, довольно цепкая, потому что, ну, на g5 здесь, если он берет, слон защищен, слон выскакивает, и как черные, потом ладья подтянется, черные как-то окопаются. Но последовал еще один сильный ход, черные белые сыграли слон на g5. Слон на g5. Ну, был слон на g4, но после размена там... Черный, да? Здесь, кстати, напрашивался так.
Если я прошел 145, 145 я прошел 145, но на 7 нападаешь, линию открываешь, да это как раз позволяло черному спастись. Каким образом? Сообразить. Это только не торопись. Вот, вот что, ну как они могут спастись? Совершенно неожиданная возможность. Хотя у них лишняя ноги, но спасение дали еще, потому что король голый, Галдамил Сигендей, какой Патришар, добрать нельзя, какой-нибудь еще, здесь все висит. Но здесь есть такой симпатичный удар. Ферзь один, но тебя опять грозит 0-5,
невроза. И, ну, я не знаю, что делать, издательство, потому что ничего хорошего не съест. Две пешки и ферзь отвела ей, но король по-прежнему в центре, все эти фигуры стоят неустойчивые, и границы вам бы 5, перевязать коня, там ладья вымысел, и так далее, и так далее. То есть, вот все партия такой, как вот это, что он подумал, она красиво выиграла за счет новинки ладья Е1, и потом многочисленных и угроз жертвы, и самих жертв. Я заказал, вот привел к такому печальному дочерку. Ну, ты тут взываешь, я могу побить, да, шах. Нет. Ну как, просто... Я скажу, что это шах, не теряется ладья, здесь же большой привет. Здесь против ладьи, здесь пусть стоит. Ну, так как и нет никаких полезных ходов. Говорится, он бы 5, здесь погорит на отделение. Просто, как ходить туда, я думал, что не нашел. Ну, можно ладья же 5.